Я приветствую вас, дорогая церковь. Очень рад вас видеть. Это прекрасное время. Кто еще в коридоре, можете проходить, занимать свои места. У нас мы будем начинать наше служение. Очень приятно всех видеть. Сегодня у нас есть еще раз одна возможность быть не просто вместе для общения, или не просто даже прославить Бога, хотя это очень, очень важно, но своим присутствием послужить друг другу. Может, мы часто об этом не думаем, но действительно мы своим присутствием можем помочь другим людям увидеть славу Христа через то, что Он делает в вашей жизни, через то, как вы можете прославить Бога сегодня. И пусть это будет благословением сегодня для нас. Я вижу, у нас есть новые люди, новые лица, которые я раньше не видел. Но давайте сейчас мы возьмем немного времени и поприветствуем тех, кто рядом с вами. Скажите, что вы рады их видеть и готовы вместе прославить Бога.
еще одну возможность здесь собраться, слышать Слово Твое. Господь, я сейчас прошу, приготовь наши сердца к слышанию Слова Твоего, чтобы сердце наше было доброй почвой, Господь, которая примет Слово Твое и принесет плод в нашей жизни. Убери все отвлечения, Господь, помоги нам сейчас в прославлении. Настрой наши сердца, Господь, наш разум. Я все это прошу во имя Иисуса Христа. Во славу Тебе. Аминь. Петра, 3 глава, 10 по 12 стихи. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Друзья, мы сейчас будем петь песню, которая называется «Almost Home», «Почти уже дома». И в этой песне, вот первая линия, это, пишется «Don't drop a single anchor, we're almost home». То есть мы можем кидать якоры в нашей жизни на этой земле.
но осознавая то, что наш дом не здесь, наш дом в небесах, Бог призывает нас жить всегда свято и жить с тем домом в нашем разуме и сердце. Поэтому пусть мы еще раз это вспомним через это пение. Братья и сестры, доброе утро, благодатное утро, которое нам дает Господь еще в жизни. Сейчас мы с вами будем молиться. Перед молитвой мы прочтем с вами текст. Давайте озвучим наши молитвенные нужды. У нас сегодня есть не только нужды, но есть и благодарность. Я думаю, вы уже заметили, что братья, пастор Вова, Даник и братья, которые с ними ездили, они благополучно вернулись, и Господь ответил на нашу молитву. Господь услышал, и мы видим вместе с нами наших братьев, и мы можем поблагодарить Бога сегодня за это. Также у нас есть две нужды. Первая нужда, мы помолимся о Славике Данчеве. Завтра у Славика будет операция на плече, и он нуждается в том, чтобы мы поддержали его в наших молитвах, в том, чтобы Господь провел его и дал ему милость. И также мы помолимся о друзьях Пети Данчева. У Пети есть друзья, у которых есть дети. И вот маленькая дочка, она сильно заболела, у нее появился сильный кашель,
так, что их ее на вертолете эвакуируют в госпиталь. Помолимся об этой семье, помолимся об этом ребенке. А сейчас давайте прочтем текст, который направит вот нашу молитву. Откройте вместе со мной второе послание Петра, третью главу. Мы будем читать с вами с 1 по 14 стих. Второе послание Петра, третья глава, с 1 по 14 стих. Когда мы будем читать, обратите внимание на то, что в этом тексте апостол Петр делает очень важное напоминание. И через это напоминание он хочет побудить или призвать нас мыслить трезво. Мыслить трезво касательно нашего настоящего и будущего. Он хочет сказать очень важную истину. Христос грядет. День Господень приближается. И в свете этой истины мы должны жить уже сегодня. Эта истина должна мотивировать нас и должна побуждать нас жить перед лицом того, кто неизменен, того, кто скоро придет. Итак, давайте прочтем этот текст. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, или по-другому постарайтесь, явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Помолимся. Бог наш, Ты остаешься неизменным в Своих обетованиях и Слове. Ты Бог, который имеешь великий замысел и который творишь этот замысел в соответствии с тем, как Ты это определил. Ты Сам определил место и время пришествия. Ты Сам определил эти сроки. Все находится абсолютно под Твоим контролем. Мы славим Тебя за то, что Ты являешься нашим Богом, и мы можем обратиться к тому Богу, кто действительно верен и кто действительно исполнит все то, что Он обещал. Дай Боже, чтобы наша жизнь и наше сердце было бы пропитано этой истиной, этой мыслью, что Ты скоро грядешь. Наш дом не здесь. Мы должны жить перед лицом того, кто придет судить, кто накажет нечестивых и кто вознаградит праведников. Дай нам, Боже, желать Твоего пришествия, дай нам жить в ожидании, дай нам не забрасывать здесь свой якорь. Также, Господь, у нас есть благодарность и нужды, и мы приходим сейчас к Тебе с ними. Благодарю за то, что Ты благословил Вову, Даника, хранил их в дороге туда-обратно, дал им силы и возможность там трудиться, общаться с братьями, наставлять, учить их. Слава Тебе за то, что Ты использовал их и привел благополучно домой. Ты велик, и Ты ответил на нашу молитву. Также прошу, Господь, о нашем брате, о Славике.
о его предстоящей операции завтра. Прошу, чтобы ты благословил и врачей, и все обстоятельства, чтобы ты дал ему полное доверие и покой в тебе. И чтобы ты сделал эту операцию успешной. Прошу также за друзей Пети Данчева, о их маленькой дочке, чтобы ты благословил эту девочку, чтобы ты поврачевал, сохранил ее жизнь, здоровье, чтобы ты утешил сейчас, ободрил родителей. Да, чтобы все эти трудности, которые есть в нашей жизни и в жизни тех, о ком мы молимся, чтобы были использованы тобой как благодатные инструменты для работы с каждым сердцем. Яви, Боже, милость Твою в этих нуждах, ответь по воле Твоей и будь в этом прославлен. Также благослови сейчас материальное служение, дай нам и через это выразить наше поклонение Тебе. И Ты будь и в этом также превознесен и возвеличен, так как Ты один этого достоин. Аминь. Присаживайтесь, друзья, сейчас у нас будет материальное служение. Forever you'll be.
Слава нашему Богу, Гала, спасибо тебе за эту замечательную песню о славе Иисуса Христа. Друзья, верующие люди – это люди, которых сердце Бог просветил, написано в 2 послании к Коринфянам, чтобы они увидели эту славу. Поэтому, если вы еще здесь, и вы еще не видели эту славу, если вы еще не познали эту славу, моя молитва сегодня и молитва нас, чтобы вы увидели этого Христа, о котором мы поем, о котором мы говорим, Он – смысл всего того, что существует, смысл всего творения. Очень приятно, дорогие друзья, мне быть снова дома. Я очень рад быть вместе с вами. Даник, знаю, где-то он здесь тоже есть. Я думаю, он тоже рад. Не думаю, а знаю. Вот эта песня, которую мы пели, а вот Даник здесь, да, в начале очень точно отражает состояние моего сердца. Almost home. Вот. Только мы еще, вот я не в небо еще пришел, но вот я уже летел и думаю, almost home, уже почти, вот, почти домой приехал. Господь благословил. Замечательная была наша поездка, но нет такого места, как дом, конечно же, домашняя церковь. Друзья, спасибо, что вы за нас молились. И у нас друзья нам послужили, подготовили небольшой ролик, чтобы мы могли поделиться с вами маленькой такой занавесью того, что происходило там. Поэтому давайте посмотрим и вместе порадуемся.
С вами откроем ваши бюллетени, посмотрим на несколько объявлений. Спасибо огромное братьям, которые служили здесь. У вас были замечательные здесь и учения, и в малых группах вы собирались, друзья. Это благословение большое. 28 октября, в этот вторник, в эту субботу у нас будет мужской завтрак. Пожалуйста, братья, все помните об этом. Приходите, гости, если есть, если вы хотите присоединиться к нам в 8 часов утра. В эту субботу у нас мужской завтрак, как обычно, это время общения, обсуждения разных актуальных тем, молитвы совместные. Вчера был у нас женский завтрак. Сестры, спасибо всем, кто потрудился. Очень большое было благословение для наших сестер. Да, сейчас наши дети проходят воскресную школу, как вы видите. И если вашим детям с 3 до 6 лет, пожалуйста, проведите их туда в коридор или в фойе, и вас там встретят, направят, куда идти нужно. Значит, 11 ноября, друзья, вы уже планируете, я надеюсь, эту дату. У нас будет общецерковное общение, которого мы долго ждем. У нас раньше было таких больше общений, но в связи с тем, что мы уже стали больше количественно, мы не все помещаемся в этот зал, у нас их меньше. Но, скорее всего, мы еще объявим, где это будет общение, но, скорее всего, даже нужно будет нам собраться в этом зале, вот, в тесноте, но в таком близком, тесном общении. Так что планируйте, друзья, обязательно на это общение. Где оно будет, мы еще объявим. Это будет в 5 часов вечера, 11 ноября, суббота. Хористы, для вас здесь объявление. Не забывайте о том, что у нас на Рождество поет хор. И также, пожалуйста, друзья, все те, кто сдали уже аппликации, или если вы еще не сдали для членства в нашу церковь, присоединиться к нашей поместной церкви. В следующее воскресенье у нас будет первый класс, будет несколько воскресений, мы будем собираться для новых членов, поэтому там в фойе должны быть такие папочки, вот, и там вся информация о нашей церкви, есть аппликации, есть вероучение, есть философия служения. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими документами и передайте, пожалуйста, их вот брату Виталию Зиме. Вот он здесь, подними, Виталий, чтобы тебя видели. Если вы не знаете, вот наш брат, он собирает эти аппликации. Хорошо, друзья, если вы здесь первый раз, вы хотите познакомиться с нашей церковью больше, здесь есть на последней странице список малых групп. Лучше всего познакомиться с людьми по местной церкви, это не просто побывать на собрании, потому что в собрании вы в качестве зрителя приходите, вам нужно познакомиться с людьми, и это можно сделать лучше всего в малой группе. Поэтому вот здесь вот есть малые группы, братья, которые ответственны за это дело, позвоните, пожалуйста, и вы сможете присоединиться, посетить эти малые группы. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас еще встанем и вместе прославим Господа и приготовим свое сердце к слышанию Божьего Слова. Я Господа.
крепость моя, твердыня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое. Друзья, давайте встоим и прочитаем наш текст сегодня, который мы будем вместе изучать. Это первое послание Петра, 4 глава, 7 по 10 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 7 по 10 стих. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Аминь. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты оставил нам свое Слово, Слово, которым мы можем жить, питаться, и которому мы можем, доверяя, находить там мир, уверенность, успокоение для наших душ. Господь, еще 2000 лет тому назад Ты сказал через Петра, что близок всему конец. Мы живем в последнее время, мы христиане, которые живут между Твоим первым и вторым пришествием, и Ты хочешь сегодня ободрить нас вот этой вестью о том, что скоро Твой план, он окончательно осуществится. Помоги нам, Господь, сейчас, вникая в этот текст, увидеть для себя, как нам этим жить, как это применять в жизни, как нам находить в этом ободрение и как нам нужно поступать, помня о том, что близок всему конец. Благослови, Господь, наши сердца сейчас, помоги нам настроиться и услышать Твой голос к нам. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья. У нас сегодня будет проповедь не по серии, не по первому посланию Коринфянам. Я решил еще взять одно воскресенье, как небольшой брейк от первого послания Коринфянам. В следующее воскресенье, даст Бог, мы вернемся к нашему изучению того послания. Но сегодня, друзья, я хочу поговорить об очень актуальной теме, темой, которая, ну, возможно, захлестнула, наверное, каждого из нас, или, скорее всего, как-то вот была у нас в разуме эти пару недель. За последние 2 недели мир накрыла новая волна переживаний, волнений. Началась еще одна война, которая коснулась или может даже потенциально коснуться и нашей с вами страны, вот, и много других стран. И вообще, вы знаете, за последние 3-4 года мы наблюдаем много разных событий, которые как-то, ну, вот, выбивают нас из колеи. Мы действительно видим много событий, которые по-особому нас беспокоят. И вообще, когда вот я пока был в отъезде, вот слышал об этом, об этой войне там на территории Израиля, Газы, и думаю, что вообще мир, вы знаете, мы сидим с вами, живем как на пороховой бочке. Вот в какой-то степени. Уже не знаю, что будет следующее. Эта бочка, она может рвануть, может бабахнуть в любое время. И не знаешь, как будет развиваться следующий конфликт. И вы знаете, это неудивительно, что подобные вот события всегда порождают такой свежий интерес о теме последнего времени. Это признак приближения пришествия нашего Иисуса Христа. И это действительно так, друзья. Мы можем одно сказать с уверенностью, что сегодня мы на день ближе к пришествию Христа, чем мы были вчера. Может быть, это такой очевидный факт. Но это действительно так. Помните об этом, что с каждым днем мы приближаемся. Дата Божьего прихода на эту землю, она зафиксирована. Она уже была определена. И поэтому вот сегодня мы даже за это собрание на 2 часа уже приблизимся к пришествию нашего Господа. Поэтому слова Петра, которые мы сейчас с вами прочитали, которые он сказал 2000 лет тому назад, близок всему конец, они остаются истиной для нас сегодня.
Если вы внимательно читаете, друзья, Новый Завет особенно, вы видите, что вот Христос так задумал специально, чтобы церковь жила с осознанием последнего времени. Христос сказал: «Я могу прийти в любой момент, в любое время», и мы видим, что уже в первом веке, сразу после того, как Христос сказал, что «Я скоро приду», церковь начинает жить в ожидании. Это очень интересно. Авторы, когда писали, они говорили: «Дети, последнее время». В Новом Завете последнее время или идея последнего времени – это идея того, что мы живем между первым и вторым пришествием. Не обязательно это означает, что вот-вот завтра уже будет, хотя это подразумевает, что может в любое время быть. Но хочу просто подчеркнуть, что последнее время по библейской терминологии – это время между первым и вторым пришествием. То есть следующее событие на календаре у Бога – это взятие Его церкви с этой земли. Нет никаких предпосылок, нет ничего того, что мы можем вот сказать сейчас: взятие церкви точно не будет, потому что еще это или это не исполнилось. Нет, эсхатологически это следующее событие, которое может произойти в любое время. И, безусловно, Христос говорил, что один из признаков того, что мы будем ближе и ближе находиться вот в этом периоде или подходить к этому событию, это то, что будут увеличиваться войны в этом мире. И вот почему очень часто, когда люди говорят о том, что война еще одна, сразу у нас это ассоциируется с приходом Христа. Так вот, друзья, то, что люди говорят, что пришествие Христа приближается, это 100%. Проблема только в том, что не каждый знает, как же реагировать на это. Но вот смотрите, как люди обычно реагируют на то, что люди осознают, что приближается конец. По-разному. Кто-то наполняется страхами, другие видят это время как время, когда нужно сидеть и часами вот рассматривать всякие разные видеоролики в соцсетях. Я удивлюсь, если вы за последние две недели не соприкоснулись ни с одним видео и ни с одним роликом, который хоть как-то бы намекал на то, что мы живем, вот эта битва Армагеддон уже тут идет к нам, вот, или это уже время великой скорби, или это исполнение каких-то библейских пророчеств. Всякие разные есть спекуляции, которые, кстати, очень часто игнорируют детали Писания. То, что битва Армагеддон будет, это 100%, друзья, но почему-то люди только говорят, что она будет, а никто не изучил, когда она будет. Вот. Еще много чего должно произойти до этого. Вот. Мы с вами, друзья, живем не во время великой скорби, помните об этом, поэтому найти в Библии конкретно пророчество вот о нашем времени, очень сложно быть объективным в этом, потому что в основном, когда пророки говорят о последнем времени, когда пророки говорят о будущем Израиля, это или период великой скорби, или тысячелетнее царство. И мы не живем ни в одном, ни в другом. Но это не так важно, друзья. Я сейчас не хочу указывать на какое-то библейское пророчество. Я высылал, кстати, на e-mail проповедь, которая называется «Покаяние Израиля», и она из книги Захария, и, пожалуйста, прослушайте ее, она у нас есть на канале, если вы хотите детально услышать, каково будет будущее Израиля. Но мы с вами прочитали текст, который говорит о том, как нужно реагировать вообще в общем на то, что приближается конец. Так вот, друзья, когда Петр использует слово «конец», это очень важное библейское слово, которое звучит как «телос». «Телос» – это особый греческий термин, и он говорит не просто как о конце событий, а об исполнении определенного Божьего плана. Смотрите, конец можно понять вот в двух смыслах. Например, представьте себе веревку или нитку, которая вот у нее есть какая-то длина, да, и мы можем перемещаться вот ближе к концу этой веревки, и на определенном этапе мы знаем, что вот здесь конец. Вот у меня здесь есть микрофон, да, я точно знаю, вот начало микрофона и вот конец. И это одно из значений слова «конец». Но это не то, о чем говорит здесь апостол Петр. Конец, о котором Петр говорит, это завершение, окончательное исполнение Божьего плана. Именно этим словом очень часто описывается исполнение каких-то пророчеств. Телос, если вы будете это понимать как конец вот событий, можно будет подумать, что скоро близок всему конец, все прекратится, мы просто испаримся и больше ничего не будет. Но мы знаем, друзья, что конец библейский – это наоборот начало.
конец вот этому этапу развития событий, которое мы сейчас наблюдаем, периоду церкви, второе пришествие Христа. Для нас это не конец. Это конец, только начало очень великого и славного будущего для Божьих детей. Это не хронологический конец. Подумайте, друзья, все, что было задумано Богом, план, который был однажды запущен, да, этот механизм, он подходит к завершению, и Библия говорит, что он исполнится в момент второго пришествия Христа. Очень интересно, друзья, давайте вспомним контекст первого послания Петра. Мы как-то его проходили с вами как церковь, если вы помните, несколько лет тому назад. И кому Петр пишет это послание? Он пишет его, прочитайте первую главу, пришельцам, которые рассеяны, беженцам, которые из-за того, что были гонения со стороны Нерона, одного из самого сильного и самого такого сумасшедшего правителя, который творил очень неадекватные вещи, очень сильно гнал христиан. Так вот, Петр пишет таким людям, которые все потеряли, которые сейчас разбросаны по всей Римской империи. И чем он их утешает? Смотрите, он говорит: «Не скоро конец вашим страданиям». Он не говорит, что скоро придет новый правитель, через год выборы, Нерона переизберут. Нет. Скоро придут новые законы, скоро закончится, может быть, преследование христиан. Нет. Скоро все изменится и жизнь станет легче. Нет. Он не говорит, что наша страна в итоге победит, Америка выиграет. Конечно же, там Америки не было, но, может быть, для нас сегодня утешением то, что Америка победит. Это одна из самых сильных стран мира. Друзья, не в этом наше утешение, не в этом наша надежда и не в этом наше упование. Петр утешает их тем, что трудности, которые они переживают, являются частью Божьего плана, и этот план, он очень скоро уже придет к концу. И этот конец, как я уже говорил, будет только началом того, что мы всю жизнь с вами ожидаем. Смотрите, друзья, как церковь первого века всегда была ожидающей церковью. 1 Коринфянам 1:7. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа». Титу 2:13. Смотрите, он говорит: «Ожидая блаженного упования явления славы великого Бога». Иакова 5:7. «Итак, будьте, братья, долготерпеливы до пришествия Господня». В послании к филиппийцам, очень интересно, Павел говорит о том, что есть враги креста Христова, и некоторые верующие живут как враги креста Христова, и чем эти враги креста Христова характеризуются? Они мыслят о земном. И потом он говорит, смотрите, христиане, 3:20, он говорит: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя». Ожидание Христа, смотрите, это главное, что отличает фальшивых христиан от ложных. Евреям 9:28. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Вот почему, друзья, то, о чем мы будем с вами сегодня говорить, пускай это будет одновременно утешением для вас, если вы переживаете трудности. В том, что сегодня мы на день ближе к концу всего, чем мы были вчера, но пускай это также будет и временем проверки. Если вы христианин, вы по определению должны быть ожидающим человеком. Ожидающим не смену власти, ожидающим не то, что все будет идеально, ожидающим не то, что Америка победит, а ожидающим приход нашего Господа. Поэтому давайте посмотрим, как же выглядит вот жизнь вот этих ожидающих. Итак, самое первое, у меня будет здесь три повеления апостола Петра, которые должны быть своего рода реакцией на то, что близок всему конец. И эти три повеления, они сразу вот исходят очень прямо из текста. Смотрите, братья и сестры, первое повеление – это «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Посмотрите со мной еще раз на 7 стих. Он говорит: «Впрочем, близок всему конец, и так, поскольку близок всему конец, вам нужно быть благоразумными и бодрствовать в ваших молитвах».
Петр говорит, когда вы будете страдать, вот особенно если вы помните 4 глава, если мы здесь проследим мысль, посмотрите выше, с 1 стиха, он говорит, как Христос пострадал за нас, так и нам нужно вооружиться таким же самым менталитетом, какой был у Христа. Он говорит, когда вы будете страдать, вспоминайте Христа, который страдал несправедливо. Во 2 главе он начинает эту тему. Он говорит, вспоминайте его победу, о которой он писал в 3 главе. Вспоминайте его триумф над всеми силами тьмы. И он говорит, впрочем, близок всему конец. Вот это слово «благоразумное» — это очень-очень интересное слово. Мы это слово часто не используем в нашем лексиконе. Благоразумный, не знаю, когда вы последний раз использовали это слово и желали кому-то, вот будь благоразумен, брат. Даже если мы его используем, мы его не совсем вот используем по предназначению. Еврейское слово «софронео» означает «быть в здравом уме». И вот смотрите, это сопоставляется с сумасшествием. Здесь по-английски, смотрите, «to be able to think in a sound or sane manner». То есть люди, которых мы говорим «he is insane», то есть он сумасшедший, он мыслит неадекватно. Так вот, это противоположное слово вот этому. Что интересно, что в Марка 5:15 этим словом объясняется бесноватый, из которого Христос выгнал беса. Марка 5:15 написано, приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит, одет и в здравом уме. Вот оно, это слово. То есть это человек, который мыслит адекватно, который дает правильную оценку реальности, который не оторван от реальности. Рядом с ним стоит слово «нейфо», что означает «бодрствуйте», и это тоже не совсем удачный перевод, хотя «бодрствуйте», оно у нас очень редко переводится как «бодрствуйте» в синодальном переводе. Вот, точнее его перевести как «трезвитесь». «Трезвитесь» – это слово сопоставляется нетрезвому состоянию человека, который или под влиянием алкоголя, или под влиянием каких-то одурманивающих существ. Но оба из этих слов говорят о нашем мышлении, друзья. Они говорят, вам нужно смотреть на этот мир сквозь призму Писания, сквозь призму Божьей оценки. Это означает не терять главного фокуса нашей жизни. Я не знаю, друзья, как часто вы замечаете, но я чем больше читаю Новый Завет, тем больше я замечаю, как много Бог нам говорит о нашем разуме. Хотя многие люди думают, что христианство – это сборник правил, и Богу только важно наше поведение, Богу только важно, чтобы мы правильно поступали, чтобы мы правильно что-то делали. Это большое заблуждение, друзья. Христианство и этим и отличается, что Богу важно не только, что мы делаем, Богу важно то, что происходит у нас в сердце, то, как мы мыслим. Он говорит, преобразовывайтесь вашим умом, обновляйте ваш ум. Он хочет, чтобы мы были личностью, которая мыслит правильно, которая мыслит трезво. И вообще мышление, друзья, это огромный подарок от Бога. Бог дал нам разум, Бог дал нам способность анализировать ситуации, взвешивать реально, давать оценку. И мы с вами знаем, как эта способность была искажена грехом, помните? Бог дал нам разум, чтобы мы думали о нем, чтобы мы оценивали все в свете его картины. Но когда грех пришел в этот мир, теперь этот разум, он полностью был повернут с Бога на нас. Теперь вместо того, чтобы использовать этот разум ради славы Божьей, наполнять наши мысли Богом, его волей, что делает человек? Он думает о себе. И он анализирует ситуацию таким образом, чтобы найти себе славу, чтобы найти себе удовлетворение. Так вот, если мы посмотрим вокруг, друзья, наши разумы могут сегодня быть нетрезвыми очень легко. Вы скажете, подожди, пастор, я не пью, я не под наркотиками, я не использую каких-то одурманивающих веществ. Как же мы сегодня можем быть нетрезвыми? Друзья, очень легко. Сегодня очень легко попасть под влияние ваших похотей, ваших желаний. Вы знаете, что когда желание овладевает человеком, он перестает мыслить трезво. Когда вы что-то, люди сегодня могут что-то настолько сильно хотеть, что они готовы за это в тюрьму пойти осознанно. Они сегодня готовы человека настолько сильно ненавидеть, что они будут сознательно причинять ему зло и готовы тоже за это платить огромную цену. Это могут какие-то быть философии мира.
какое-то влияние друзей, когда тоже человек был под влиянием, но потом пришел домой, он, может быть, что-то сделал и думает, слушай, это было неправильно. Мы можем быть под влиянием, друзья, наших эмоций. Вспомните, сколько раз вы, возможно, принимали какие-то решения. Вы что-то говорили в нетрезвом состоянии. В каком плане? Вы были под влиянием вашей плоти. Гнев вами овладевал. Может быть, это были какие-то эмоции. И очень часто у вас, возможно, было, когда вы что-то сказали, обидели кого-то, а потом звоните и говорите, прости, я был сам не свой. Я был не в своем уме. Даже если вы не пьете, друзья, алкоголь и не принимаете наркотики, не думайте, что вы ходите постоянно трезвыми. Сегодня, если вы прочитали, просидели несколько часов на соцсетях, поверьте, вы в нетрезвом состоянии. Хотите вы этого или нет, если вы смотрите очень много роликов, вы смотрите очень много каких-то фильмов, значит, вы находитесь под влиянием какой-то философии. Это все оказывает влияние на наш разум намного больше, чем мы думаем. С чем это еще связано, друзья? Особенно говоря о последнем времени. Говоря о последнем времени, наш разум может быть под влиянием, под затуманиванием или такое следствие затуманивания новостей. Всеобщий эффект какой-то паники, страха, переживания. Общим развитием каких-то теорий, каких-то спекуляций. У каждого из нас может быть мнение свое о том, кто прав, кто виноват. Как нужно поступать политикам, а как не нужно. Кого нужно давить, а кого нужно, за кого нужно молиться. Вообще, друзья, вот за эти две недели я понял одну вещь, что интернет – это хорошее дело, но вы знаете, что это полезно, когда мы вот можем информировать себя, быть в курсе событий. Но вот чем отличается наше поколение тем, что есть столько информации, которое наше сердце просто не способно переварить. Вы знаете, что человеку не нужно все знать. Есть причина, почему человек – это ограниченное существо, и Бог не дал ему возможность все знать. Если вы будете слишком много вникать вообще, что происходит в мире, опять же, я сейчас не говорю, что нужно жить в пещере. Нет. Но слишком много информации мы тоже не сможем переварить, мы не сможем переработать ее. Вот почему, друзья, нам нужно помнить, что если я погружаюсь в новости, всякие разные каналы, весь день провожу в этих каналах, я уверяю вам, что вы не сможете мыслить трезво, вы не сможете быть в здравом уме и бодрствовать, как говорит апостол Петр. Все это не то, чем нам нужно питать, друзья. С другой стороны, если вы пребываете в изучении Божьего Слова, и это главный источник вот истины, где вы живете, тогда посмотрите новости, посмотрите несколько каналов, будьте в курсе, но вся эта информация попадет в правильный контекст сердца, попадет в контекст правильного мышления, в правильного отношения к реальности. И у вас будет абсолютно другая на это реакция. Помните, однажды, вот говоря об эсхатологии, апостол Павел писал даже фессалоникийцам. У них была проблема в том, что пришли люди и говорят, наступил уже день Христов. Они стали паниковать, а как же мы пропустили взятие церкви? Как же вот день Христов наступил? И они начали колебаться умом. Если вы почитаете 2 Фессалоникийцам, он говорит, не спешите колебаться умом. Друзья, вот это состояние человека, который не имеет законченной картины библейских событий, которого очень легко сбить с толку, он впадает в страх и в панику. И вот Павел даже во 2 Фессалоникийцам там говорит, не спешите колебаться умом, ибо день Господень не наступит до тех пор, пока не откроется человек погибели и так далее. Если, друзья, вы будете делать то, что говорит Петр, возможно, вы не будете знать всех новостей, но поверьте, результат от этого будет намного лучше. Намного вы будете эффективнее как личность, как христианин. Псалом 118, смотрите, 15 стих. «О заповедях твоих размышляю». 23 стих. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». Смотрите, ситуация жизни. Князья, цари сговариваются против автора этого псалма.
Он говорит, а раб твой размышляет о Божьем Слове, о твоих уставах. 27 стих. «Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и я буду размышлять о чудесах твоих». 48 стих. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». 78 стих. «Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня, я размышляю о повелениях твоих». Смотрите, человека притесняют. Человека на него давят, они безвинно угнетают его. Вам когда-то приходилось быть под вот этим угнетением безвинно, несправедливые какие-то обвинения, несправедливые какие-то давки. Он говорит, а я в это время размышляю о повелениях твоих. 97 стих, смотрите, как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. 99 стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Друзья, мы очень часто смотрим на героев Библии и говорим, «Я хочу быть, как апостол Павел. Я хочу быть, как Давид. Я хочу, чтобы у меня вот такая была близость с Богом. Я хочу иметь такую эффективность в жизни». Но мы забываем, что самое дорогое, что было у этих людей – это Божье Слово, которое они читали. Притом здесь речь идет даже не о законченном Божьем откровении, друзья. У нас сегодня есть 66 книг. У нас есть так много о чем читать. Все у них было, это пятикнижие. Они говорят о Торе. Находите утешение в книге Левит. Находите удовлетворение в книге Левит. Когда вы последний раз читали и размышляли о книге Левит, когда вас гонят? Или о книге Второзакония? Это очень, очень сложно, да, потому что нам эти все книги вообще кажутся неактуальными для нас. У нас сегодня есть намного больше, о чем мы можем рассуждать. И нам необходимо, друзья, делать вот эту калибровку нашего сердца. Нам нужно формировать наше мышление тем, что говорит Бог. Поэтому, когда вы думаете, друзья, вот ожидающий я христианин или нет, подумайте, думающий ли вы христианин, о чем вы думаете, что наполняет ваш разум? Так вот, друзья, одно из самых конкретных проявлений вот этого библейского мышления и оценки того, что происходит вокруг, если вы думаете о том, что близок всему конец, одно из самых главных проявлений трезвого мышления – это то, что вы будете помнить о том, что скоро придет конец, и множество людей, которые окружают нас каждый день, им нужно будет столкнуться с Богом. Вот смотрите, когда вы смотрите на неверующих людей, которых Бог поставил у вас на пути, вы с ними рядом живете, вы с ними рядом работаете, вы с ними рядом соприкасаетесь. Если вы их не видите как человека, как душу, которая очень скоро близок всему конец, и им нужно будет соприкоснуться с Богом, а они Христа не знают, и если у вас сердце за них не болит, друзья, вы нетрезво мыслите. У вас нету яркой картины или представление того, что ожидает этого человека. Поэтому это самое первое, друзья. Если вы не благовествующий христианин, если вас не беспокоит то, что миллионы людей идут в погибель, если вы вот прошла неделя, и вы никому не заблаговествовали, это признак того, что вы нетрезво мыслите. Вам нужно возвратиться в Писание. Может быть, вы отуманены, да, вы под влиянием вашей похоти, вашего удобства, вы, может быть, под влиянием того, что вы не хотите просто напрягать человека, вы не хотите, чтобы он на вас как-то глупо смотрел. Все это, друзья, влияние, это нетрезвый образ мышления. Вам нужно каждую неделю хотя бы по одному человеку, друзья. У меня была замечательная возможность, даже вот в моей поездке я кушал в одном ресторане, и директор этого заведения, он ко мне подсел, там, вы знаете, на Востоке очень легко можно заговорить с людьми, вот. И у нас был разговор около часа, а он, вы знаете, какая там у них религия, вот. И ему очень сложно было воспринять Евангелие, но вот мы с ним говорили минут 40, и он очень заинтересовался этим. Я был удивлен, насколько человек открыт вообще, чтобы говорить о Христе. Это очень важно, друзья. И вот используйте все возможности, которые Господь дает. Молитесь, чтобы Господь давал вам эти возможности. И вот если мы посмотрим в наш текст, здесь есть еще один очень важный аспект трезвого и здравого мышления. Это молитвенный фокус. Молитвенный фокус нашего разума. Смотрите, 7 стих, даже если мы его буквально здесь переведем, это намного ярче видно. Он говорит, будьте благоразумны и бодрствуйте не просто, чтобы бодрствовать, он говорит, для молитвы. У нас сказано здесь, бодрствуйте в молитвах. Если более буквально переведете, там будет оно звучать так. Бодрствуйтесь для того, чтобы вы могли пребывать в молитве.
Речь идет, друзья, не о том, что жизнь ожидающего Христа – это 24 часа на коленях. Нет, друзья. Верующие первого столетия, они тоже имели свои заботы. Вот смотрите, их церковь гнала, вернее, их государство гнало церковь на то время, но у них, вы знаете, тоже были семьи. У них тоже были свои заботы, у них тоже были работы, у них были всякие разные земные обязанности, дела. Но вместе с тем, это была молящаяся церковь. Я хочу сказать, друзья, почему сегодня церковь мало молится? Скорее всего, потому что мы свели молитву просто к списку нужд и требований. Или даже иногда благодарения. И очень часто мы эти молитвы выучили наизусть, и они очень предсказуемы, и это очень большая трагедия, друзья. Потому что Петр говорит, что в последнее время, когда трудно, когда бедствия будут просто увеличиваться, жизнь будет становиться не легче, а сложнее, мы должны все больше пребывать в молитве. И даже, друзья, конечно же, ради нужд, ради благодарений, но ради чего-то намного-намного выше даже, чем просто высказать Богу список наших нужд. Я не пессимист, друзья, но я хочу приготовить нас к реальному вообще развитию событий, библейских событий. Библия нам говорит, что проще становиться не будет. Библия нам говорит, что чем больше мы будем приближаться к концу, действие дьявола будет увеличиваться на этой земле. Чем ближе конец, тем сложнее будут ситуации в жизни. И нам этому не нужно удивляться. Смотрите, Марка 13:7. Сказано, что услышите же о войнах и о военных слухах. Не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец. Мы можем ужасаться, мы можем удивляться, но здесь нету ничего удивительного, друзья. То, что мы наблюдаем сегодня, все это будет только увеличиваться. И Писание нам очень много говорит, что будет происходить в это последнее время, друзья, но Библия нас призывает быть трезвомыслящими. Я не говорю, что у ожидающих Господа не может быть страхов. Я не говорю, что у ожидающих Господа не может быть переживаний. Но верующие, друзья, они именно этим отличаются, что все эти страхи, они несут не в социальные сети. Все эти страхи, они не несут другим людям, чтобы они как-то посочувствовали или сопереживали. Все это на своем месте. Бог дал нам друзей, это можно делать. Но если это заменяет, друзья, молитву. Ведь молитва – это место, где мы открываем наши желания, не только желания, но наше сердце перед Богом. Смотрите, я здесь сделал одну выдержку, чтобы, может быть, было более понятно, или это запомнилось вам. Молитва – это место, где дети Божьи разгружают. Вот представьте себе картину самайтрака, грузовика. Я, опять же, там в Азии, когда был, видел очень много КАМАЗов, да, советские КАМАЗы, грузовики, мы жили, как раз там строилось здание, и вот пришел грузовик, он наклонил свою, как это сказать, вот, кузов, спасибо, русское слово, да, кузов, и он вывалил вот всю эту кучу камней, и я думаю, слушай, вот это то, что мы делаем перед Богом в молитве. Помните, Петр так говорит, он говорит, все ваши заботы возложите на Него. Да, вот это слово буквально означает переложить, это поднять какой-то очень тяжелый груз и просто перевалить его на объект, который может это вынести. Так вот, друзья, молитва – это место, где дети Божьи разгружают пред Богом все свои страхи, переживания, и где они раскрывают Богу свое сердце. Посмотрите на этот пример 129-го псалма. Очень хороший пример человека, который знает, что такое молитва. «Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение. Да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление». Заметьте, друзья, сколько здесь сердца. Это не просто
какая-то заученная молитва, которой молились язычники. Если вы посмотрите, очень часто псалмопевцы делали то же самое. Они становились пред Богом, рассказывали ему события. Смотрите, Псалом 7, 15 стих. Вот, или это 6, скорее всего, 6 у нас, или нет, это 7. Различиями между псалмами, по-моему, они не начались до 14 псалма в русско-английской Библии. 7 псалом, смотрите, он Богу перечисляет, вот, смотри, нечестивый зачал неправду. 10 псалом, вот, нечестивые натянули лук. 58 псалом, ибо вот, они подстерегают душу мою. 82 псалом, ибо вот, враги твои шумят. 91 псалом, ибо вот, враги твои, Господи, гибнут, рассыпаются все, делающие беззаконие. Почему псалмопевцы перечисляют Богу события, которые obvious? Но Бог знает, что вот нечестивый тут делает, потому что, друзья, это крик души. Авторы Писания очень хорошо знали, что означает разговаривать с Богом и открывать перед Ним все свои страхи, все свои переживания. Так вот, друзья, Бог любит, Он для этого задумал молитву, чтобы мы приносили Ему все наши немощи. Иногда нам кажется, что дергать Бога по мелочам. Друзья, нет, Богу именно и важны ваши мелочи. Не думайте, что к Богу можно только обращаться по глобальным вопросам, а мелочи Его не беспокоят. Абсолютно нет. Вот почему Бог так много записал молитв, плача в Писание. Целая книга у нас есть «Плач Иеремии», потому что Бог любит своих детей, которые сокрушенные. Так вот, друзья, чем больше вы будете приближаться к концу, чем больше мы будем приближаться к концу, у нас будет больше страданий, у нас будет больше скорбей. Как нам на это реагировать? Нам нужно быть людьми молитвы. Второе, что говорит здесь Петр. Посмотрите, второе повеление в нашем тексте – это «имейте усердную любовь друг к другу». Если вы живете с осознанием, что близок всему конец, ваша любовь друг к другу, к Церкви Божьей, она должна вырасти. И не просто вырасти, а он говорит, более всего имейте усердную любовь. Смотрите 8 и 9 стих. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Интересно, да? Очень часто мы можем быть странолюбивы, очень часто мы можем вмещать других людей, но мы потом ропщим об этом, потому что мы не делаем это с искренним сердцем. Вот он говорит, будьте странолюбивы без ропота. Я не знаю, друзья, как часто вот осознание последнего времени ведет вас к любви друг к другу, ведет вас к тому, что вы думаете больше о других христианах, наоборот. Обычно происходит наоборот, друзья. Люди думают, последнее время нужно запастись. Я не знаю, как это поможет им, если Христос вдруг придет, вот, что они запасаются едой, запасаются бензином, запасаются водой. То есть люди обычно о себе больше думают. А он говорит, вам нужно более всего иметь усердную любовь друг к другу. Очень интересно, друзья, трезво мыслящий христианин, осознавая близость конца, смотрит на братьев и сестер. Вот почему? Как это вообще все связано с любовью? Дело в том, что чем больше вы видите, друзья, вечность, тем больше мы будем видеть друг во друге людей, с которыми мы будем проводить вечность. Подумайте, если мы просто думаем, что нам вот посидеть здесь на лавке пару часов, а потом все вернется на круги своя, у него своя жизнь, у меня своя жизнь, мы будем соответственные отношения строить. Даже если мы вот знаем, с кем-то в лагерь поедем, да, вот у нас был мужской ретрит, женский ретрит, если мы знаем, нам нужно будет провести 3 дня вместе, мы уже как-то готовимся, настраиваем себя, так, слушай, мне с этим человеком в кабинке жить 5 дней, нам нужно же разговаривать с ним, да, нужно же как-то вот знакомиться с ним. А представьте себе, друзья, если мы будем помнить, что вот мы с вами, посмотрите после собрания на друг друга через вот такую линзу, что нам с вами жить вместе всю вечность. Не знаю, это хорошие новости или нет. Для кого-то, может быть, это не очень хорошие новости, но вот все, кто омыты кровью, нам будет нужно вместе жить всю вечность. Нам это будет делать легче, чем здесь, потому что там не будет греховной природы. Но все равно, друзья, чем больше мы видим вечность, конец, тем более близкими мы становимся друг к другу. Но здесь вот посмотрите, Петр говорит нам это, об этом с очень интересного угла. Он говорит, вам нужно иметь любовь, потому что любовь что делает?
покрывает множество грехов. То есть он даже не столько говорит о вечности здесь, потому что в вечности грехов не будет. Он говорит, что вам надо любить для того, чтобы здесь ваша любовь могла покрывать грехи друг друга. Дело в том, что мы с вами несовершенные люди. У нас есть очень много минусов, у нас есть очень много провалов в жизни, и очень часто они ведут к разделению людей, к непрощению, к разрушенным отношениям. И вот особенно в последнее время, друзья, когда близок всему конец, помните, сказано, что у многих охладеет любовь, друг друга будет любить еще сложнее, но он говорит, нельзя враждовать друг с другом. Я, когда в прошлое воскресенье проповедовал там в гостях, я проповедовал на Филиппийцам первую главу, и вспомните, там в конце первой главы Павел очень важное делает утверждение. Он говорит, живите достойно благовествования, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Так вот, там вот я вспомнил это слово, подвязаясь единодушно. Единодушно – это сун атлео. Атлео, узнаете это слово, от него происходит слово атлетика, да, или атлет. Это спортивный термин. И вот Павел представляет христиан как своего рода спортивную команду. Вот вам приходилось, может быть, играть в футбол, я думаю, приходилось. Или в волейбол, может быть, здесь более у нас развитый волейбол. Так вот, в чем, друзья, характеристика каждого игрока футбольной команды или волейбольной команды? В том, что все они понимают, что у нас сейчас есть один враг, нам нужно забить ворота, у нас есть одна цель, и у нас просто нет времени, чтобы на поле выяснять отношения. Ну, представьте себе, вы бегаете где-то на поле, нужно мяч бить, а вам пас дал человек, который вчера вам наступил на ногу. И вы говорите, не буду от тебя пас принимать, и начнете с ним на поле боя, да, или на поле футбольном выяснять отношения какие-то. Это очень глупо. Вас сразу попросят выйти из команды, потому что вы будете работать против всей команды. Там нет времени выяснять какие-то личные отношения, друзья. Но вот если вы посмотрите на то, что происходит сегодня в церкви между братьями и сестрами, очень часто именно это и происходит. Скорее всего, это происходит, потому что на этом футбольном поле мы забыли, что мы вообще здесь делаем, что мы вообще в футбол играем здесь, что у нас есть враг, у нас есть противник, у нас есть одна общая цель. И вот обычно, когда церковь не занимается тем, ради чего Бог ее здесь у нас оставил, угадайте, что происходит? Происходит именно вот выяснение этих взаимоотношений, какие-то конфликты, какие-то мелочи, которые не дают нам быть частью одной команды. Петр не говорит, что любовь игнорирует грех. Он очень ясно в других текстах говорит, что грех нужно обличать. Нужно даже проявлять церковную дисциплину, где это нужно. Он говорит, друзья, о наших ежедневных согрешениях против друг друга. О том, что в наших отношениях где-то есть какая-то незрелость, где-то есть слабость какого-то характера. И вот настоящая любовь, друзья, она способна принимать человека и покрывать все его слабости и подобные ситуации. И не делать их барьерами в наших отношениях. 1 Коринфянам 6:7, мы помним, недавно изучали этот текст, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. В 9 стихе здесь, в нашем тексте, смотрите, мы находим одну из очень интересных форм проявления этой любви, это то, что называется страннолюбие. Страннолюбие, смотрите, 9 стих, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Это одно из проявлений любви. И вот это очень интересное слово «страннолюбие» «филозенос» или «ксенос». Это слово из двух греческих слов «филия», что означает «любовь», и слово «ксенос» означает «чужеземец». Может быть, вам приходилось встречаться, есть такое русское слово «ксенофоб» или «ксенофобия», «зенофобия». Это человек, который не любит чужих людей. Или он не принимает, он чуждается чужих людей. Так вот, Петр говорит, друзья, что настоящая любовь, которая покрывает множество грехов, это любовь к странникам. И, кстати, к странникам в прямом смысле этого слова. Есть люди-странники, которые странствуют, а есть люди-странники, которые странные. Или нам кажется, что они странные. Так вот, здесь, друзья, и в одном, и в другом смысле.
Конечно же, это слово в Новом Завете обычно означало странников, те люди, которые путешествовали. И вы знаете, если вы читаете Писание, даже у нас есть третье послание Иоанна, которое написано было с целью, чтобы помочь вот этому брату принять какого-то другого брата на ночлег. Это была ежедневная практика для того поколения христиан, потому что было много миссионеров, было много путников, нужно было их принять на ночлег. Например, смотрите, Евреям 13:2 сказано: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Или третье послание Иоанна с 5 по 7 стих: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога». То есть есть странники, христиане, которые проходят мимо. Ты должен их, приняв в свой дом, ничего от них не взять и просто оказать им гостеприимство. Поэтому это самое первое, друзья, что нам говорит Писание. Как любить? Помните, что ваши дома – это не ваши дома. Ваше имущество – это не ваше имущество. Мы должны их открывать для братьев и сестер, делиться этим с другими. Но вместе с тем, друзья, есть еще странники в другом смысле, как я говорил, это люди, которые мы называем их странными. Они от нас отличаются. Возможно, это человек, который не у вас в малой группе. Может быть, это человек, у которого возраст не вашей возрастной категории. У него есть какие-то особенности, какие-то черты характера. Может, он смеется над тем, на что вам не смешно. И вы думаете, он странный какой-то, или она странная. Вот. Или наоборот, он не смеется тогда, когда вы смеетесь. Ему не нравится ваше чувство юмора. Так вот, друзья, и таких нужно любить. И таких нужно принимать. Поэтому это второе, друзья, что мы видим в нашем тексте. Вот чем больше вы видите и осознаете, что близок всему конец, помните, что тем более родными мы должны становиться друг к другу и принимать странников. И третье, последнее, смотрите, он говорит: служите друг другу. Это третье повеление, которое мы находим в 10 стихе: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Чем ближе мы приближаемся к концу, друзья, чем больше вы живете в осознании того, что близок всему конец, строение Божьей Церкви должно вас беспокоить больше всего. Потому что это суть всей вселенной, в которой мы с вами живем. Ради всего этого Бог создал вселенную, ради того, чтобы церковь была построена. Это самое главное, что Христос делает сегодня на этой земле. Что такое служение, друзья? Служение – это готовность искать наивысшего блага нашей любви, объекту нашей любви. Очень часто мы готовы только преследовать наши интересы, но Писание говорит, что нам нужно искать интересов другого человека. И вы знаете, этот текст, 10 стих, я как-то уже об этом проповедовал, я просто напомню, он открывает для нас идею служения абсолютно совершенно в другом свете. Смотрите, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Это первый век. Церковных зданий нету. Хоров нету, кафедры нету, музыкального служения нету, медиаслужения нету, детского служения нету, молодежного нету. Малые группы там были, как церковь, в принципе, они собирались по малым группам, но дежурства нету. Вот в основном все церковные отделы, где мы привыкли видеть служение, их нету. Как вы будете служить, друзья? Что имел в виду апостол Петр, когда он говорит: служите каждый тем даром, какой получил? Он не говорит здесь, друзья, как это выглядит. Он немножко дальше скажет, что если ты говоришь, говори как слова Божьи. Если ты служишь, служи по силе. Но здесь нет конкретного применения, потому что в разные периоды церкви это будет выглядеть по-разному. В наше время, друзья, служение есть и при церкви, но самое большое заблуждение – это тем, что если ты не здесь, ты не служишь. Если у тебя нет официального титула, если ты не лидер малой группы, если ты не в группе прославления, если ты не проповедуешь, если ты не в медиаслужении, если ты не в детском служении, значит, у тебя нет служения. Это очень большой миф, друзья.
Я хочу, чтобы вы помнили, что возможности для служения у каждого есть. И вы можете стать частью служения друг другу, если вы будете искать эти возможности, возможно, где-то во взаимоотношениях один на один друг с другом. В малой группе, друзья, вот вы можете послужить другим, если вы в эту пятницу поставите вам на график, что вы придете на малую группу, вы приготовите заранее участвовать в дискуссии, вы поделитесь каким-то свидетелем, как Бог работает в вашей жизни, и вы через это свидетельство ободрите кого-то, наставите, может быть, поделитесь чем-то, и вы уже послужите сердцу другого человека. Если вы сегодня после собрания подойдете хоть к одному человеку и спросите, как у тебя дела, как я могу о тебе помолиться, вы послужите этому человеку, если вы его выслушаете. Если к вам подойдут и спросят, как я могу за тебя помолиться, и вы честно откроетесь, поделитесь своим сердцем, вы тоже этому человеку послужите. Друзья, служение проявляется во вторник. Тогда, когда мы собираемся, мы просто молимся вместе. Мы общаемся. Любая забота о материальных или духовных нуждах человека – это служение. Тогда, когда эта забота делается с правильной мотивацией, когда она движима поиском настоящего блага другого человека. Иисус Христос очень часто делал акцент на служение друг другу, и Он показал этому огромнейший пример, когда Он был здесь. Матфея 20:28, Он говорит, что князья народов господствуют. Это тенденция людей, господствуют над другими. Но Он говорит, кто хочет между вами быть большим, тот будь слугою. Потому что Сын Человеческий, Он тоже пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить. Друзья, вот это трезвое мышление. Вот смотрите, все, о чем мы говорим сегодня, мы говорим о разных применениях трезвого образа мышления, библейского образа мышления. Очень интересно, что тогда, когда человек мыслит правильно, он начинает совершать служение и даже сам не замечает того, что он уже делает. То есть это настолько просто факт его жизни, что он даже говорит, а что я такого особенного сделал? Кому-то нужно помочь что-то перевести, помочь просто выслушать, с кем-то помолиться. Люди очень часто благодарят, а человек говорит, а что я такого особенного сделал? Кого-то нужно в дом принять, они открывают свой дом и говорят, слушай, спасибо, что вы открыли дом. А человек говорит, а как я мог не открыть? То есть это естественно, это человек, который служит своей жизнью. И вот интересно, 25 глава Матфея, с 34 стиха, Христос именно об этом говорил. Смотрите, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону от него. «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо я алкал, вы дали мне есть. Я жаждал, вы напоили меня. Я был странником, вы приняли меня. Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, вы посетили меня». В темнице был, вы пришли ко мне, и тогда праведники скажут, Господи, когда? Когда мы видели Тебя алчущим? Что-то я не помню. А Христос говорит, вы это делали людям, братьям моим, верующим, детям Божьим. И Он говорит, что служа им, вы мне служили. Это, друзья, очень интересная мысль, мы очень часто просто о ней не задумываемся. Помните, когда апостол Павел гонит церковь? Христос ему является, и что он говорит? Павел, что ты гонишь кого? Не церковь. Он говорит, ты меня гонишь. Ты гонишь людей, но в этих людях я живу. Христос настолько тесно себя ассоциирует, друзья, с церковью, что это одно целое. И он говорит, когда ты гонишь церковь, ты меня гонишь. Когда ты служишь церкви, ты мне служишь. Это очень интересно, друзья. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня, каждый из нас, задали вопрос. Как вы ожидаете Христа? Являетесь ли вы сегодня ожидающим человеком? Может быть, вы ожидаете повышения на работе, я не знаю. Может быть, вы ожидаете просвета экономического. Может быть, вы ожидаете следующего года, когда мы изберем нового республиканского президента. И вы думаете, что вот-вот тогда заживем, тогда будет хорошо все. Друзья, не того ожидаете. Может быть, вы чего-то еще ожидаете? Церковь – это люди, которые ожидают Христа. Близок всему конец. Уже очень близко, друзья, вот эта точка, где Бог исполнит тот план, который Он предназначил для этого периода церкви. И поэтому, помните, друзья, вопросы, которые помогут нам ответить на этот вопрос, являетесь ли вы ожидающим, это вопрос, чем занят ваш разум? В
чем ваш фокус жизни? Пребываете ли вы в молитве? Стремитесь ли вы любить друг друга и служить друг другу? Озабочены ли вы построением Божьей Церкви и назиданием Божьей Церкви? Если мы, наоборот, в суете, в страхах, в растерянности уподобляемся людям, не знающим Бога, друзья, этим самым мы показываем, в чем наш фундамент жизни и что мы по-настоящему ожидаем. Поэтому пускай нам Господь поможет, друзья, чтобы мы действительно с вами ожидали Христа, бодрствуя, в молитве, живя благоразумно и мысляще трезво. Особенно, если здесь есть люди, которые еще не знают Господа. Друзья, вам нужно мыслить трезво о вашей жизни. Трезвый ум подсказывает, что всем нужно будет умереть. Вам нужно будет умереть однажды. Смерть, она неизбежна. И после смерти вам нужно будет встретиться с Богом. И от вас зависит, если вы встретитесь с Богом прощенными или непрощенными. Потому что Иисус Христос, Он пришел на эту землю, Он отдал свою жизнь, Он пошел на распятие, Он воскрес из мертвых для того, чтобы вам дать возможность примириться с Богом. И поэтому, если вы еще не знаете этого Господа, друзья, для вас сегодня есть возможность познать Его, иметь ваши грехи прощены. Если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, подойдите, пожалуйста, после собрания к любому здесь человеку. Здесь очень много спасенных людей, можете ко мне подойти, будем очень рады с вами помолиться и поговорить. И для всех нас остальных, друзья, давайте мы сейчас возьмем несколько минут, чтобы помолиться в группах. Давайте встанем. Я вам дам несколько минут для молитвы. Мы обычно молимся по 2-3 человека, и потом я закончу. Аминь. Отец наш Небесный, мы так Тебе благодарны за то, что Ты оставил нам Слово Твое, в котором Ты ободряешь нас сегодня словами, что близок всему конец. Благодарим Тебя, что мы можем, смотря на этот мир, знать, что это не просто сбор каких-то событий, которые хаотически развиваются. Господи, все это осуществление Твоего плана, который Ты задумал. И мы можем быть уверены, что у Тебя есть все ресурсы, все необходимое, чтобы довести этот план до конца.
Мы знаем, Господи, что мы с Тобой победим в итоге. Мы знаем, что Ты уже победил дьявола там на кресте. Мы знаем, что мы просто ожидаем вот этой финальной точки, когда все то, что было сделано на кресте, оно осуществится. Поэтому, Господи, помоги нам помнить, что у нас есть уверенность в будущем. Все, что мы видим вокруг, оно беспокоит нас, волнует. Где-то даже есть какие-то страхи, переживания, Господь. Я прошу, чтобы мы все это несли к Твоим ногам. Чтобы, осознавая все это, мы еще больше пребывали в молитве. Чтобы мы видели друг друга, нас больше влекло в церковь, в общение со святыми Твоими, чтобы мы видели в друг друге людей, с которыми мы будем всю вечность проводить, чтобы мы видели более родных нам людей, чтобы мы покрывали какие-то недостатки, несовершенства друг друга той любовью, которой Ты нас призываешь сегодня, которая является плодом Духа Твоего Святого. Господи, помоги нам мыслить трезво. Ты знаешь, как много есть того, что затуманивает сегодня, отвлекает. Прости, если мы наполняем себя сами всякими роликами, всякими видео со соцсетями, мало проводим время в молитве с Тобой, и потом мы пожинаем плоды этого, Господи. Плоды разума, который не сфокусирован на Тебе, который не трезво мыслит. Господи, помоги нам не быть под влиянием всего этого, ясно видеть наше упование в Тебе, надежду держаться за Тебя, Господи. Помоги, чтобы это помогало нам благовествовать больше, чтобы мы видели людей, с которыми мы сталкиваемся. Господи, посылай больше из них на нашем пути, чтобы мы смело могли говорить им о том, что грядет суд, и им нужно будет перед Тобой предстать, и единственная надежда – это Христос. Благослови нас, Господи, в этом свидетельстве, чтобы мы были эффективны в этом, продуктивны. Пускай через все это имя Твое прославится, Господи. Поклоняемся Тебе. Аминь. Утешитель все во всем.
Слава Богу за эту истину о Иисусе Христе, в котором наша надежда на будущее и на настоящее. Знаете, когда я вот... Если можно, высветите эти три пункта проповеди. Я не знаю, если вы заметили, как здесь есть некоторая цепочка. Разум, эмоции и действия. То есть Петр приглашает о том, чтобы мы правильно думали, чем мы наполняем наш разум, наши мысли. Это будет влиять на наши эмоции. Если мы обращаем внимание на все, что происходит в этом мире и этим питаемся, то мы будем, у нас будет, мы будем наполнены страхом и любви к самому себе, чтобы себя как-то сохранить. Если экономика разрушается, падает, то нужно как-то себя сохранить во всем этом. Но если мы наполняемся Божьей истиной, это приводит нас к любви других людей. И когда у нас правильные эмоции, чувства нашего сердца, это приводит нас к тому, что мы служим не самим себе, а самим другим людям, которые вокруг нас. И поэтому пусть Бог поможет нам заметить, насколько важно то, чем мы питаемся, не физически, а умственно, наши мышления, чем они переполнены, насколько это будет влиять на то, что мы переживаем в нашем сердце и как мы действуем другим людям. И сегодня мы услышали, зная будущее, что ожидает, должно привести нас к тому, как правильно жить и служить другим людям, которые близки к нам. Давайте будем помнить это, когда мы выйдем из этого места на служение другим людям. Давайте помолимся. Дорогой Господь наш, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твою истину, которую Ты оставил нам. Мы не те, которые не знаем, что ожидает этот мир, что ожидает будущего. И это, Господи, дает нам правильную реакцию на все, что происходит. Мы не живем в страхе, в том, что мы потеряем нашу жизнь или потеряем наше имущество или то, что для нас ценно. Но, Господи, мы доверяем Тебе, и этим мы можем любить других, любить друг друга и служить им. Господи, помоги нам помнить это, практиковать в нашей жизни и вместе с Тобой созидать Твою церковь и заботиться о других людях. Господи, благослови нас в этом, что когда мы смотрим на все, что происходит в этом мире сейчас, если, может, кажется много поводов для страха и переживаний, но, Господи, во всем этом доверять Тебе и жить нашу жизнь, как те, которые ожидают Спасителя, который придет и избавит нас от всего этого. Господи, пусть будет Тебе во всем эта слава, наш Бог, великий и чудный Спаситель. Аминь. С миром, друзья.